Это первый полуфинальный бой нашего турнира в весовой категории до 77 килограмм. Два раунда по 5 минут. Синий угол. Боец ростом 175 сантиметров, вес 77 килограмм, 22 года. Чемпион мира по рукопашному бою, победитель Кубка мира по боевому самбо. Один бой на профринге, одна победа. Бойцовский клуб «Юсуп» Рахим Демиров. Красный угол. Боец ростом 172 сантиметра, вес 77 килограмм, 24 года. Чемпион России по тайквондо, два боя на профринге, две победы. Бойцовский клуб «Беркут» Амирхан Адаев. Подали друг другу руки. Затылок и позвоночник, удары запрещены. Удары локтями работают только в корпус. Удары коленями и ногами в голову работают только в стойке. Слэм запрещен. Внимательно слушаем команды, уважаем друг друга, соблюдаем правила. По углам. Итак, на третьей минуте первого раунда болевым приемом победу одержал боец в красном углу Амирхан Адаев! Амирхан, все ждали от тебя ударного боя. Ты закончил бой болевым приемом. Это ты планировал это? Ну, это бои без правил. Тут нельзя загадывать то, что ты выиграешь в стойке или в борьбе.
Ты просто уходишь и от ситуации работаешь. И как у тебя шанс появляется, ты его используешь. Вообще ты рассчитывал на продолжительный бой, да? Да, этот боец очень хороший. Я вообще думал, дуй на тяжелый продолжительный бой, готовился очень сильно. Просто Аллах помог, Аллах гармадует. А что ты скажешь Рахиму? Рахим очень хороший боец. Просто он попался сегодня, он бы намного тяжелый бой мне себе показал, просто он попался под болевой прием неудачно. А ты знаешь про вторую пару полуфиналистов? Да, я знаю, там один из Ингушетии очень хороший боец. И Андрей мой одноклубник, очень хорошие бойцы. А с кем бы ты из них хотел встретиться? Ну все, воля Аллаха, если кто выиграет, с тем и подерусь, наверное. И ДРС Хилар, Дурдасун, бой. Тому бойцовскому клубе, в котором я выступаю, и мне помогает нефтяной институт, я там учусь в строительном факультете ДРС Хилал Урдарсун Сайна.